Кавказцы не должны терять свое лицо. Слышал когда-нибудь о Кериме? Горец Керим был пастухом. Однажды он послал своего сына за сахаром и мукой. И когда сын вернулся, Керим обнаружил, что продавец его обманул. Ахача! Сами злу худжва! Ахача! Вона вуч потала я волцунна! Мавас! Хочу! Керим убил продавца за обман. Ведь чаша весов – это чаша нашей совести. Обманывать ребенка – наше будущее. Кавказская же честь уйдет. Это все? Да, все. Ты знай, во все времена очень трудно жить честному человеку.